«Мир счастья, Родина глазами детей» – конкурс детского рисунка на асфальте прошел в Вологде. Участие в нем приняли ученики Вологодского многопрофильного лицея и городской школы номер 8. Состязание, организованное региональным отделением Общероссийского народного фронта, приурочили сразу к двум предстоящим праздникам – Дню защиты детей и Дню России. Страна в детских рисунках в нашем следующем материале. Второклассник Вологодского многопрофильного лицея Максим и его друзья нарисовали планету Земля вокруг веселых, держащихся за руки детей. Это и есть для них образ мира и счастья. Идею ребятам подсказали родители. Мы использовали все цвета радуги, чтобы было краше. И дети веселые. Дети очень счастливы, поскольку всегда дети любят рисовать, дети любят краски яркие, дети любят лето и каникулы, поэтому, конечно, у всех прекрасное настроение. Вот и, как видите, дети с удовольствием этим занимаются. Конкурс детского рисунка на асфальте организовали активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта специально для учеников младших классов. Посвятить его решили патриотической теме. Дети рисуют рисунки, связанные с такими понятиями, как родина, мир, детство, счастье, то есть их представление. Это очень важно, потому что начались каникулы, и дети должны уйти на эти каникулы с таким позитивным отношением ко всему. Они покажут нам, что они видят под этим. Это фактически мы увидим первые итоги формирования патриотизма у детей. Оригинальные картины на асфальте создают и ученики 8-й школы. Своими рисунками признаются в любви к родине. Патриотизм можно только воспитать. И я считаю, что сейчас те поколения, которые учатся уже в начальной школе, они как раз уже пронизаны духом патриотизма и любви к родине, к нашей России. И сегодня ребята все дружно подняли руки, проголосовав, сказав то, что они являются патриотами. Всего в конкурсе участие приняли около 130 детей. В результате конкурсная комиссия, активисты Народного фронта и педагоги выбрали самые красочные оригинальные рисунки. За свои шедевры каждый участник получил подарок. Мария Поздеева, Михаил Протасов, Михаил Прищев, Вологда Портал.